главе с капитаном Евруяном Христофором Арташесовичем и круизная компания «Донентерфлот», представитель на борту, директор круиза «Дном» Людмила Юрьевна, приветствуют вас и желают вам приятного путешествия. Позвольте немного познакомить вас с теплоходом. Он построен в 1985 году Федеративной Республики Германии в городе Мольденбург, а полностью переоборудован в 2010 году. Длина теплохода 129,1 метра, ширина 16,1 метра, высота 13,2 метра и осадка 2,2 метра. Три двигателя по 1000 лошадиных сил позволяют нашему теплоходу развивать максимальную скорость 25,5 км в час. Но мы будем двигаться с экономичной скоростью 18-20 км в час, а в некоторых местах налегке наша скорость будет 9-13 км в час. Теперь несколько слов о палубах и что находится на каждой из них, чтобы легче могли ориентироваться в наших упражнениях. Итак, главная палуба в носовой части расположена рецепция, где проходила регистрация. На главной палубе расположен салон красоты и гладильная комната, а также на главной палубе находится кабинет врача. Если вам нужен врач, обратитесь, пожалуйста, на рецепцию. Палуба выше главной называется средней палубой. В кормовой части расположен ресторан «Пушкин». На теплоходе «Иван Бунин» один ресторан. Выше средней палубы находится шлюпочная. В носовой части расположен панорамный бар. И находится арт-салон. В кормовой части расположен бар, который работает в расписании. А самая высокая палуба – это солнечная. На солнечной палубе расположен бассейн, конференц-зал, солярий, спортивный уголок. Уважаемые путешественники, обращаем ваше внимание, что главная палуба является рабочей. Она предназначена
от себя лично, от имени экипажа, поприветствовать вас на борту нашего теплохода, который выполняет круиз Ростов-на-Дону, Волгоград, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону. Протяженность нашего круиза, я считал, что у меня получилось там более 2000 километров и 30 метров. Мы с вами пойдем по реке Дон, пройдем Кочетовский шлюз, Константиновский, Николаевский, затем дойдем до Волгодонска, после Романовской. Еще поднимемся в двух шлюзах, 14-15, потом выйдем с Цемлянского водохранилища. 280 километров Цемлянского водохранилища пройдем, зайдем в Волгодонской канал. Пройдем Волгодонской канал, который из 13 шлюзов, до 10 шлюза мы будем подниматься, затем мы будем опускаться. И в конце концов придем в Волгоград, выйдем на юг Волга, придем в Волгоград. Затем мы спустимся в Астрахань. Ну, там шлюзов уже не будет, там будет просто день на воде, Астрахань, день на воде, Волгоград. Все время день на воде и что-то... Но из Астрахани у нас будет не Кольская, а Гельбушка. Там много-много рыбы и всяких там балыков и тому подобное. Поэтому там поаккуратнее смотрите. Есть много мошенников. Ну это не главное. И главное, что мы с вами в круизе. И с нами будет пассажировместимость нашего теплохода 216 человек, а численность нашего экипажа 106 человек. В этом круизе 106. В прошлом было 110, в этом 106. У некоторых практикантов закончилась практика, они вышли. И на всем протяжении нашего круиза с нами будет наш экипаж. Вы представляете, 106 человек, да? Численность экипажа, видите, теплоход едет, шампанское раздают, музыка играет. То есть вот все члены экипажа заняты на своих местах. А вот особых бездельников я пригласил, и сейчас вам их представлю. Директор круиза Людмила. Директор ресторана Оксана. Старший помощник капитана Сергей. Елизавета, это наш рулевой. Наш доктор Карина. Пассажирский помощник капитана Яна. Ну и особый бездельник, это наш третий штурман. И член Союза переводчиков России Елена Вилькин. Руководитель этой команды, режиссер и ведущий Виктор Маченко. Дорогие путешественники, мы все желаем вам хорошей погоды, хорошего настроения и, конечно же, счастливого путешествия. Давайте выпьем по традиции, поднимем бокалы, скажем, на здоровье.
Спасибо. Да, надо было уже магнит думать.